Привіт, друзі! Як завжди у цей час ми працюємо в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». І як завжди по середах Миколаївська обласна рада національних товариств представляє. Сьогодні у нас в студії голова Миколаївського обласного центру німецької культури Дмитро Цегельний і член Ради німців України Миколаївської області Тетяна Гнат. Друзья мои, здравствуйте. Спасибо, что вы приехали к нам в студию. Мы встречаемся с вами в канун Нового года, в канун Рождества. Вообще сейчас такое время, когда все немножечко спрессовывается, но как бы в единый такой напряженный комок, потому что все ждут Нового года. Но не только ожидания, друзья мои, не только ожидания Нового года и Рождества, а еще и время подводить итоги. И сейчас мы с нашими гостями попробуем подвести какие-то итоги. Дмитрий, этот год был обозначен 500-летие реформации отмечали, и дни немцев при Причерноморье. Совершенно верно. Две главные темы, которые проходили в этом году. Да, это две основные темы в немецком общественном движении Украины. Совершенно верно, потому что 500-летие реформации – это дата, которую отмечает, и, естественно, в Европе, но и также, естественно, немецкие общественные организации Украины. И будьте добры, какие мероприятия проводились, вот именно тогда мы будем уже говорить непосредственно, вы являетесь главой Николаевского областного культурного центра немецкой культуры. Да. То есть, какие мероприятия проходили именно в вашем центре, будьте добры? Задача нашей организации в отношении проведения реформации, всех мероприятий, которые посвящены этой памятной дате, были сконцентрированы на том, чтобы дать максимально подробную информацию широкой общественности нашего города, что такое реформация, как она проходила, когда она проходила, кто такой Мартин Лютер. Многие люди что-то слышали, что-то не слышали, кто-то что-то знает больше, кто-то что-то знает меньше. Но раз такая памятная дата, мы должны были, естественно, дать наиболее интересную, подробную информацию. Были проведены две лекции в музее Верещагина 23 июня этого года в музыкальной гостиной. И также 13 декабря, вот в конце года, была лекция, посвященная реформации, которая проходила в библиотеке имени Кропивницкого. Реформация – очень интересная тема. Она касается не только религиозного аспекта, не только появления протестантизма в Европе, в частности, лютеранства, но мы постарались дать наиболее полную, обширную историческую картину, потому что реформация не ограничивается лишь Мартином Лютером, мы не должны забывать и о других деятелях реформации, которые жили до Мартина Лютера в других странах, но которые готовили в целом реформацию и дали возможность ее появления на фоне той исторической картины, которая сложилась на начало XVI века в Германии. А какая историческая картина сложилась на начало XVI века в Германии? Ну, коль вы уже коснулись, да, телезрители, давайте краем уха услышим это. Ну, во-первых, нужно вспомнить о деятелях реформации в Великобритании. К ним относятся Уильям Тиндейл, Джон Уиклифф, которые сделали первые переводы Библии на среднеанглийский язык на тот момент. Идеи Джона Уиклифа, например, нашли отражение в деятельности известного реформатора Яна Гуса, известного чеха, которого сожгли на костре потом, но именно реформистские движения, идеи реформации зародились до Мартина Лютера. Он лишь подхватил ту искру, он зажег ее, и включилась вся Германия, а затем и вся Европа. И реформаторское движение охватило не только Германию, но и Францию, гугеноты, мы знаем эти исторические события, Швейцарию. Именно в Швейцарии активно работал Жан Кальвин. Явление такое охватило Швейцарию, как кальвинизм. Ульрих Цвингли, один из реформаторов, который тоже работал и действовал в Швейцарии. Швейцарская реформация отличалась очень сильно от немецкой реформации. Реформация во Франции отличалась от английской. Это общее европейское движение, но символом ее стал Мартин Лютер, конечно, как символ. Итак, из 16 века, друзья мои, давайте переместимся в уходящий 2017 год. И будьте добры, Татьяна, как еще одна тема, о которой хотелось бы упомянуть, это дни немцев при Причерноморье. Будьте добры. Еще одна большая тема уходящего года – это дни немцев при Причерноморье. Николаевский областной центр немецкой культуры также провел ряд мероприятий, приуроченных к этому большому знаменательному событию. Так, 24 сентября в немецком поселении, бывшем немецком поселении Катериненталь, это наше село Катериновка,
мы проводили такой интересный проект, как «Один день из жизни немецкого колониста». Мы попытались воссоздать быт, традиции, уклад жизни, культуру того времени. И, конечно же, я думаю, у нас это получилось, потому что продуктом данного проекта стала такая интересная фотосессия. Кстати, у нас есть фотографии. У нас есть. Татьяна Михайловна, я попрошу нашего режиссера, Татьяну Михайловну Колесниченко, пожалуйста, покажите нам эти фотографии, будьте добры. Чтобы вот фотографии на ваших экранах, дорогие телезрители. Татьяна, а вы рассказываете, это все национальная одежда немцев. Это вы на фотографии? Да, это красавица. Я на фотографии, наши детки, члены нашего центра. И все это дышит. Нина крутой. Ивановна Денисюк. Проводили мы этот проект также при помощи... Это вы за ткацким станком? Да, ткацкий станок. Благодаря Нине Ивановне она нам предоставила любезно всю утварь, мебель. И также вот это вот дом-музей, этнографический музей немецкого колониста, в котором мы проводили фотосессию. А также мы участвовали в концерте, приуроченном 20-летию со дня основания села Катерининталь. Это изделия, которые делались своими руками, да? Это настоящие изделия немецких колонистов. Весь инвентарь, грабли, виллы, прялки, все абсолютно аутентичное, все настоящее, все немецкое, все старинное. Никакой бутафории. Да, да. Это памятный знак. Да. Это вот усадьба со стороны. Это именно та усадьба? Это именно там, это настоящая немецкая усадьба, и Нина Ивановна Денисюк сохранила ее, сохранила полностью вот быт в первозданном виде. В виде состояния. Вы видите, какие люди искренние, как они хранят традиции. Вот это грабли малыш держит, да, которыми... Да, которым убирали сено. Да. Это тоже все настоящее. Все настоящее, ничего современного мы... Ничего туда не привозили. Все, что вот Нина Ивановна сохранила своими силами, своим трудом, благодаря ее стараниям у нас получился такой совместный замечательный проект. Замечательный проект, и судя по лицам, которые мы видели на фотографиях, да, телезрители, чудесные лица, и, наверное, и дети с удовольствием принимали участие в этом мероприятии. И цель, конечно, в первую очередь, Татьяна, это привлечь всех к культуре и напомнить... Быту, традициям, что у нас на земле населяли нашу Николаевскую область немцы-колонисты 200 лет назад. И село Катерининталь как раз это один такой маленький живописный уголочек немецкого поселения. А вы знаете, сегодня тенденция современного мира как-то объединение, и многие традиции, они растворяются в этой общей семье. С одной стороны, это жалко, а с другой стороны, все говорят, ну ничего, мы должны объединяться, да, телезрители, объединяться все, хотим мы этого или не хотим. Но при этом получается, что и утрачиваются вот те древние традиции, или вы стоите на страже, друзья мои? Ну, мы и должны стоять на страже. По большому счету, основной целью, одной из основных целей Центра немецкой культуры является сохранение традиций и истории этнических немцев, тех этнических переселенцев из Европы, которые переселились сюда, ну, допустим, в частности, в Николаевскую область, в основном в начале XIX века. И... наша задача в том, чтобы сохранить их культуру, сохранить то, что у них было. В частности, вот такие проекты, ориентированные на то, чтобы люди просто узнали, чем пользовались колонисты, чем они жили, какая была у них духовная жизнь, чем они пользовались в быту, какую музыку они слушали, не слушали, а исполняли. Все это нужно сохранить. Это исчезнет невольно, оно волей-неволей, вернее, может исчезнуть. Но мы должны это сохранить. Сегодняшняя Германия зачастую не знает своих традиций. Это естественно, потому что ну, там сложнее это сохранить. Что вы говорите? Конечно. В Германии сложнее, да, сохранить, конечно, чем здесь? Почему, Дмитрий? Конечно. Это сложнее сохранить, потому что чем больше общество развито, тем ему сложнее сохранять свою культуру и традиции. Это естественно. Международные процессы глобализации, естественно, затрагивают... Возьмите все мировые столицы. Это мультикультурализм. Абсолютно, естественно, это не может быть иначе. Где-то в каких-то поселениях всегда легче все сохраняется, и там легче сохранить свою идентичность, естественно. Дмитрий, вы сейчас сказали интересную фразу, чем страна развитее, тем больше нивелируются там культурные древние ценности. Да, то есть мы стремимся
развиваться, но одновременно с этим мы рискуем утратить культурные ценности. Конечно. Что делать тогда? Где же найти эту золотую середину, чтобы и древние ценности сохранить, которые помогают нам жить сегодня, и одновременно с этим не отставать от мирового процесса? Потому что нужно находить золотую середину, вы совершенно верно сказали, потому что нельзя отставать от сегодняшней жизни, нужно быть в курсе событий. Жизнь нужно сама тебя подтолкнет. Да, нужно, естественно, быть на острие мировых процессов, естественно, но при этом нужно не отрываться от своих корней, потому что все равно, как бы ни было, у нас у каждого есть свои корни, у каждой нации, у каждой семьи, у каждого человека есть свои корни, и он не должен об этом забывать, потому что мы не можем стать просто общечеловеками. У нас у каждого есть свое имя, своя нация, своя культура, своя история. И вот это очень важно, это сохранить. И вот вы стоите на страже сохранения культурных ценностей, да? И сохраняете вот этот вот быт, Татьяна. Вот мы сейчас видели, зрители видели на фотографиях Екатерининталь, да? Катерининталь. Катерининталь, да. И вот для этого что же нужно проводить? Определенную работу. Мы видели детей, то есть вы и детей приучаете к тому, чтобы дети знали, откуда они родом. Все идет из семьи. Вот как мы дома выучим наших деток, как мы им расскажем историю своей семьи, историю своего народа, так оно пойдет и дальше. Точно так же они будут учить своих детей и своих внуков. Вот, Дмитрий, вы говорили, колонисты, да? Если можно, почему немцы колонисты? Немцы... Вот их так называют, да, колония немцев. Вот от слова колония, ну как-то, знаете, вот слово такое двоякое. Слово такое, да, двоякое, оно психологически вызывает разные ассоциации, я понимаю. Вот. Возможно, более приемлемым будет определение переселенцы. Переселенцы. Колонисты, это тоже правильно, но можно назвать его и словом переселенцы. Это слово колонист, колония приобрело некий такой двусмысленный. Да. Это такие же переселенцы, как жители Великобритании, которые переселились, допустим, в Австралию, да, они тоже переселенцы, а потом стали австралийцами, да, вот, так и в начале 19 века, ну, если взять совсем исторический аспект, то с начала манифестов Екатерины II, которая издала разрешение для всех иностранцев, не только немцев, переселяться из Европы в бывшую Российскую империю, так как она была императрицей, это 1762 год, но реальное переселение, основное в нашей вот земли началось уже при Александре I, это начало 19 века. Вот эти березанские колонии Николаевской области в основном заселялись вот 1809-10-11 годы. И 17, ну, есть в том числе, допустим, Катерининталь, это 1817 год, 200 лет, но в основном это все равно начало 19 века. А в Европе, в Германии в частности, в том числе, мы помним, что это была страна с феодальной раздробностью, там еще был феодализм, единой объединенной Германии не было. Мало земли, религиозный аспект, кстати говоря, тоже сыграл не такую малую роль, да, потому что там тоже были религиозные войны, в общем, на тот момент Европа была далеко не самым таким райским уголком. Поэтому-то они и переселялись сюда, потому что здесь были возможности и перспективы, нужно было экономически осваивать земли, в общем-то, это и была основной целью приглашения иностранцев сюда, для того, чтобы они осваивали экономически новые земли, потому что нужны были работящие, трудолюбивые, умные хозяйства, ориентированные немцы, которые бы подняли этот край. И у них это получилось. И немцы, которые переселились к нам сюда, они привнесли в наш край и свое умение работать, думать, и главное строить вот эту вот жизнь так, как она должна строиться. Не ведь это заселялось эти земли не беглыми каторжниками, а эрудированными, работящими, добрыми людьми. Конечно, вы знаете, для того, чтобы сюда попасть, это был такой интересный процесс. Так просто, лишь бы кто сюда не мог попасть, нужно было доказать, что ты профессионал, ты ремесленник, ты что-то можешь конкретно делать. И тогда тебе оказывалась поддержка и денежная, и мы знаем, что колонисты, переселенцы, да, освобождались от многих налогов, и у них были действительно благоприятные государство условия. Государство им благоволило, конечно, чтобы они конечно, могли да, развиваться они освобождались и укорениться. От воинской повинности, абсолютная свобода вероисповедания, им оказывалась материальная поддержка. Никто не принесял их за веру, в кого ты веришь и абсолютно, как. Абсолютно, это они жили своим миром, им никто не мешал, были лютеране, были католики, пожалуйста, вероисповедание абсолютно свободное, их никто не притеснял абсолютно.
Вот. И во многом, может быть, даже и благодаря еще и льготам, которые им оказывало государство, они быстро экономически развивались. Ну, естественно, они внедряли наиболее передовые орудия труда для сельского хозяйства. В основном мы говорим все-таки о сельских жителях, потому что немцы были не только в селах, они были и в городах. Но это немножечко другая тема. Немецкие переселенцы, мы все-таки говорим больше о сельских жителях. Но, тем не менее, даже если коснуться и городов, и Николаев знает немало славных немецких имен людей, которые трудились на благо державы. Конечно, и которые не да. только преуспели, но и стяжали славу своей державе. Конечно. И ученые, и врачи, да? и мореходы. Да, конечно. Ну, многие знаменитые немцы работали и директором обсерватории, в том числе, да, вот, называть, если быстренько, это Кноре, да, знаменитый руководитель, он был не только ученым, но и руководителем обсерватории Николаевской. До сих пор она очень... Она работает по тому, наверное, мне кажется, по тому уставу, который был основан еще тогда. Да, 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 это и Глазенапп, ну, много можно называть этнических немцев, которые внесли свой серьезный вклад, я считаю, в развитие города. К нам приезжали лучшие. Для того, чтобы сюда переселиться, вы сказали, что нужно было пройти определенный конкурс, да. доказать, что ты что-то можешь. Как сейчас, интересно, поменялось, что многие, не найдя себя на родине, ничего не зная, не умея, можно сказать, едут искать лучшие доли где-то там, надеясь, что там они что-то найдут. Дмитрий, вот будьте добры, есть такая замечательная сейчас возможность, как бы нашим телезрителям на примере ваших соотечественников показать, что все-таки в первую очередь нужно вот доказывать делом себя здесь. Конечно. Если ты лучше, тогда найдется доля и везде. Конечно, да. Ну, понятно, что экономические условия в разных странах разные, социальные условия разные. Где-то есть условия для лучшей самореализации, может быть. Это естественно, да. Есть изначально разные стартовые условия. Да, это есть. Если вы родились, например, в Германии, возможно, у вас потенциально более высокий старт, а может быть и нет. Может быть, наоборот, здесь нельзя так сказать. Если у вас есть инициатива, если вы ориентированы на саморазвитие, на самореализацию, то можно себя найти в любой стране, мне так кажется. Опять-таки, если есть какие-то области, которые связаны, например, если вы живете в каком-то отдаленном хуторе, навряд ли у вас получится быть специалистом и быть известным получится в области международных да? IT-технологий, да, mm-hmm. если вы никуда не выезжаете. Но вы можете... Это не нужно. Зачем вам? Если вам это не интересно, вы можете заниматься сельскохозяйственным каким-то трудом. Замечательно. И вы будете прекрасным специалистом. И не нужно лезть куда не надо. То, что не ваше. Вы можете стать прекрасным специалистом. Немецкие колонисты просто выращивали хлеб, виноград и занимались животноводством. Ткали, пряли. Что угодно. И замечательно, и не надо. И они... Это были счастливые люди во многом, понимаете? У них были высокие урожаи, высокие надои молока, у них было много детей в семьях. Замечательно, это была во многом образцовые семьи, например. К сожалению, сегодня немножечко все поменялось, и немецкие колонии уже, они и перестали даже практически существовать, да? То есть они полностью прекратили свое полностью существование прекратили. Из-за драматических событий, так скажем, середины 20 века, из-за войны. Вот, когда часть этнических немцев депортировали в Сибирь, другая часть ушла, скажем так, на Запад, вот, и они исчезли. Их нет, вообще нет, ни, вот как мест компактного поселения их больше нет. То есть, как мест компактного поселения немецких переселенцев больше нет. Нету. Остается память. Что еще остается, Татьяна? Остаются, к сожалению, разрушенные здания, разрушенные кирхи, которые уже во многих местах просто не подлежат реконструкции, не подлежат ремонту. К сожалению, вот это есть, да. Хотелось бы запечатлеть эту память, оставить ее в первозданном виде, в каком оно было 200 лет назад, но, к сожалению, не в наших силах это все сделать. Но мы стараемся хотя бы частички истории той, истории, которая была в своем первозданном, изначальном, красивом, интересном виде, сохранить и оставить
для наших будущих поколений. Друзья мои, но то, что было 200 лет назад, то уже оно и не восстановится, потому что нет уже и тех людей, и нет тех стран, ну хотя бы той страны даже, которая была тогда. Но, понимаете, вот сейчас мы все-таки встречаемся с вами, идут такие предновогодние, предрождественские дни. Мы можем позволить себе предположить такое, ну, если не волшебство, друзья мои, ну, я думаю, что и вы тоже верите в чудеса, что вдруг немцы, которые живут в Германии, возможно, им сейчас удобно, сытно и так далее, но тем не менее, вдруг к нам снова захотят приехать немецкие переселенцы на наши земли. Какие у нас чудесные земли, господа, правда? И вот снова здесь возобновить вот эти вот замечательные традиции, потому что мы всегда рады всем. Телезрители, вы всем рады? Рады всем, правда? Совершенно верно, это было бы Дмитрий, очень хорошо, вообще, конечно. Вот возможно такое? Ну, так. Или это просто мечта? Даже уповая на силу новогоднего волшебства, да. Конечно, мы можем что-то предположить, но давайте будем объективны. В какой-то мере это возможно, конечно, потому что здесь замечательные земли, я считаю, у нас замечательные люди, и здесь есть перспективы и возможности для развития европейского, ну, в широком понимании европейского бизнеса, немецкого бизнеса. Сюда можно приезжать и сотрудничать, и развивать эти земли. Почему нет? Было бы очень хорошо, мы бы, естественно, только бы это приветствовали, естественно, потому что, ну, 200 лет назад они сюда приезжали, и, наверное, тоже в Европе есть свои проблемы. Давайте не будем идеализировать. Сегодня многие идеализируют Европу, да. И считают, просто там манна небесная. Там есть свои, естественно, проблемы, тоже там не так все обязательно просто. В каждом домике свои гномики, да? Конечно, Дмитрий? конечно. Да и вообще мы должны все-таки быть патриотами своей страны и... Да, не забывать, что мы немцы, но все-таки мы граждане Украины. Вот, и, конечно, ну, было бы хорошо, если бы у нас было более активное, плодотворное сотрудничество с нашими немецкими партнерами. Так что это было бы хорошо. Пускай это новогоднее пожелание воплотится. Дай Бог. И вот будьте добры, Дмитрий, Татьяна, в канун Нового года, какие у вас планы на новый 2018 год? На новый 2018 год, это как раз год немецкого языка в Украине. Мы планируем открытие новой детской студии немецкого языка. Курсы взрослые уже работают по изучению. Теперь мы хотим открыть детскую группу для дошкольного и младшего школьного возраста. Вот. Скорее всего, дай бог, все у нас получится, и в середине января. А, так вы уже заработали. Уже набор проводится. Проводим набор наших деток. Родители звонят, спрашивают, интересуются. И дай бог, 16 января мы уже стартанем. И начнем наши интересные познавательные уроки, основанные на сказках, на играх, на песнях, на изучении традиций и культуры Германии. К вам на курсы могут поступить только немцы или Нет. желающие просто изучать приобщиться немецкую культуру к языку, и выучить немецкий язык? Мы открыты для всех, рады видеть всех родителей и деток, кто хочет изучать немецкий язык. Тогда, пожалуйста, Татьяна, куда могут приходить те, кто нас слышит, и если они заинтересовались? Библиотека имени Кропивницкого, Потемкинская, 143А. Приходите, записывайтесь, мы рады видеть всех. Это на базе этой библиотеки? На базе библиотеки, наши партнеры, мы сотрудничаем уже с ними второй год. На базе библиотеки проходят курсы для взрослых и... Также будут проходить курсы детские. Новый год как вы планируете встретить? Вместе, 24 декабря. Да, это наша очень хорошая партнерская организация, библиотека. Мы проводим совместные мероприятия, и мероприятия нашей организации. Поэтому сотрудничество с библиотекой очень хорошее. Мы очень благодарны администрации библиотеки, которая учитывает наши пожелания. Мы делаем тоже со своей стороны все возможное для дальнейшего плодотворного сотрудничества. Поэтому Новый год, Рождество, Новый год мы будем проводить в стенах библиотеки. Дмитрий, Татьяна, будьте добры. Ну и по слову для наших телезрителей в канун Нового года и Рождества. Herzliche Wünsche zum Weihnachten. Alles Gute, viel Erfolg, Spaß, Liebe, Gesundheit, Liebe in ihren Herzen und Wärme in ihren Häusern.
Дмитрий. Vielen Dank und viel Erfolg und Gesundheit und alles Gute. Друзья мои, спасибо большое. Я думаю, что телезрители, вы поняли, что пожелали вам наши дорогие гости. А пожелали они нам, чтобы все у вас, господа, было хорошо. Сьогодні у нас в гостях були голова Миколаївського обласного центру німецької культури Дмитро Цегельний і член Ради німців України Миколаївської області Тетяна Гнат. Друзі, я вітаю вас з наступаючим Новим роком і Різдвом. Друзі, я вас вітаю за те, що ви були з нами. Це була розмова на тему. На все добре.